Привет, вы на канале Bob GTX, и сегодня я вам покажу, что я получил бы за этого Фьюри, то есть покажу вам самые лучшие трейды на сегодня, а сам я его получил за Северного Оленя. Я отдал Северного Оленя, а мне дали Фьюри, 4 Китсуны и Короля Пчел, то есть с большой-большой добавкой. Я считаю, что я неплохо поменял своего Северного Оленя, так как я его вообще поменял на 2 Альбина Манки, а удалось разменять и на Фьюри, и на еще 5 Лек. Сегодня я вам покажу, что же дают за этого Фьюри. Бывают лучшие трейды, чем я получил или нет. Если вам интересно, то погнали. Залетаю на какой-то сервер и смотрим трейдики, ребята, трейдики. Вы смотрите, что все люди предлагают, и можете что-то приблизительное предлагать и получить этого Фьюри бесплатно, потому что он стоит 800 робаксов на минуточку. Ну, это очень маленький трейд, 4, хотя 4 снеговика, не он, если сделать, возможно получить Фьюри тоже. То есть, не знаю как сегодня, но вчера и позавчера можно было. Этот трейдик мне показался, ну, очень маленьким, конечно. У меня нет времени делать неоновых снеговиков. Так, ну это уже получше, ребята, 3 леги. Цербер, Король Пчел и Китсуны. Ну это такие леги все платные, они мне не очень нравятся. Кенгурушка. Ну что, одна? Одна? Нет, одна, ребята. Но на одну кенгуру, конечно, наверное, сложно поменять. Я предлагал тоже очень много раз кенгуру или одну черепаху, то мне не давали. Так, 4 черепахи. Ну, вот это даже я бы согласился. Вот это, ребята, даже я бы согласился. Подосмотрим, галочки нет, отменили. Деклайн нажали, все. Отмена. Давайте дальше смотреть. Ну, 4 черепахи, это хороший бы был трейд. Или неоновая черепаха мне однажды предлагали, но другую галочку не поставили. 4 снеговика и одежда, но это мало. Это, ребята, мало. Неонового снеговика, за неонового снеговика уже сделанного можно получить в Фьюри. Но вот так нет. Так, вот неплохой трейдик, начал снимать с середины, потому что что-то другое делал, и тут мне предложили 3 Цербера. Робособака, золотой грифончик, ну то есть 5 хороших лек и 4 просто добавочка. Ну это прикольно, это было много. Неон бэт поставили зачем-то, наверное, чтобы я подождал. И дали 2 собаки, нет. Это нет. На все платные леги я вообще не советую вам менять. И на вот эти леги, потому что они попадаются из яиц. И неизвестно, сколько будут еще попадаться. Может быть, еще несколько месяцев. Ищем трейды на что-то хорошее. Но предлагают иногда, ребята, вот такой набор. Король пчел и куча всего, что есть. Куча одежды, машины. Очень-очень маленький трейд предлагают иногда. Ну, я показываю в основном то, что лучшие предлагали, но иногда показываю и то, что тоже предлагает такое очень-очень плохое. Так, дождались мы еще одного трейда. Снеговичок. Ну и что? Нет, еще парочку лег дают. Это неплохо. 2 леги, райд снеговик. Ну, такой себе трейдик. Разменивать не очень хочется. Этот Фьюри лимитирован, ребята. Он будет дальше ценнее, чем сейчас. Так что только вот этот период можно его затрейдить на каких-то других пэтов. А дальше он будет ценный, потому что он будет, ну, как Скиллерекс, он потихонечку набирает свою стоимость. Так и Фьюри потихонечку будет набирать свою стоимость. Итак, Скиллерекс. Вот только сказал за Скиллерекса и предложили Скиллерекса Флайрайд за моего Фьюри. Нет.
Вот был неплохой трейд. Сова уже райт. Вот это за 10 тысяч печенек. И король манки райт. Это неплохой трейд, я вам скажу. Но я просто своего фьюри пока не собираюсь менять. Разве что предложат что-то очень интересное. Типа как вот неоновый кенгурушку мне предложили. Ставили галочки. Я начал тоже записывать середины трейд, чтобы, а вдруг отдадут, то я бы взял неон кенгуру. Неоновые леги, вот такие как кенгуру или черепаха, ну, они по любасу дороже стоят, чем этот фьюри. Сейчас, ребята, сейчас. Ну, отклонили. Смотрим дальше. Совушка. Ну, на одну совушку тоже не советую поменять, так как вы совушку по-любому себе возьмете. 10 тысяч можно насобирать где-то за 2 дня, если вы не очень долго играете. Ну, вы насобираете это точно. Так, смотрим дальше. Неоновый лебедь, неоновый батик. Прикольные питомчики, конечно, все олд. Олд, неоновая, ну, это обычные пэты. Я, если леги собираю, то я не размениваю их в основном на вот такое дело. Итак, ребята, вот такие трейды. Ну, хорошие, плохие, решать только вам. Пишите в комментариях, понравились ли вам трейды и как вы добыли себе вот этого фьюри бесплатно. Не забудьте поставить лайкосик и всем пока.